Сейчас мы переходим к наградам для команд класса А. The ship from Russia, Надежда. Это судно Надежда. И следующим трофеем у нас является трофей для команды, которая пришла второй к финишу в классе судов А. Is a ship from Indonesia, KRI Bimasuchi. Это судно из Индонезии, KRI Bimasuchi. Бимасучи, молодцы! Next prize is for the first place on corrected time in class A. Следующий приз – это приз за первое место для кораблей в классе А, для тех судов, которые пришли вовремя. It's a ship from Russia, Надежда. И это обязательно из России, Надежда! Pass you to the chairman of this regatta, Ina Corwin. Приз вручается на основе мнений представителей самих кораблей, их команд. The ship that has done the most to promote international friendship and understanding during the SCF Far East Tall Ships Regatta. И этот приз вручается судну, которое, по мнению капитанов и членов команд регаты, сделали максимальное для продвижения дела международного взаимопонимания. This was a difficult decision on this occasion. По этому поводу было у нас очень много споров. Это было очень сложное решение. Many ships were considered. Рассматривались для получения этой награды многие корабли. Finally, it is decided to award the trophy to the ship from Indonesia, Bimasuchi. So we would kindly ask you, as a representative of Bimasuchi, to please stay on the stage. We just have learned that today brilliant tall ship Bimasuchi is celebrating. Congratulations, happy birthday. Мы только что узнали о том, что судно Бимасуchi сегодня празднует свой первый юбилей. And we would like to make a small memorable gift to the ship and to the crew for her maiden voyage to Vladivostok. И мы хотели бы вручить команде Бимасучи вот такой памятный приз. Хотел бы
поблагодарить господина Игоря Тамтовикова, заместителя генерального директора компании SoftCompOdd, за вручение наград. This concludes STI's prize-giving ceremony. Всем участникам этой регаты сегодня очень хорошо провести время вечером, когда вы будете праздновать получение наград. Спасибо большое. Друзья, я еще раз всех поздравляю с этой прекрасной регатой, толще прейсом. Спасибо огромное всем участникам, всем странам, кто смогли принять участие. Я надеюсь, что эта регата будет традиционной. И в 2020 году по плану мы снова встретимся с вами вместе в нашем прекрасном городе Владивостоке и проведем замечательные регаты на заливе на Петра Великого. Всем спасибо! На этом регата Толши Прейс закончена! Вечером всех жду в 7 футах капитанов. Члены команд здесь на 30-м причале. Всем спасибо! За парус! Два коротких, один протяженный! Ура! Ура! Ура!